Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова рубрика «Мода на игру, когда соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Как всегда, создатели модов, я надеюсь, постарались на славу и готовы удивить меня чем-нибудь необычным. Ну и вас, впрочем, и вас тоже, дорогие телезрители. Давайте смотреть, в общем. Первый мод не имеет даже названия. Менюшка не изменилась, и вот здесь тоже ничего не поменялось. Ну, впрочем, сейчас посмотрим. Так, этот уровень не поменялся совершенно. Цветной курсор надо включить еще. А что у нас здесь? Так, ну, во-первых, вот эта фигня появилась вот здесь. Так, ясно. Тут ничего не поменялось. Я так понимаю, здесь тоже ничего не изменится. Ну и так, ладно, давайте первый сезон, надеюсь, хоть там что-то изменено. Ну да, изменено, правда, вот не знаю, в какую сторону, в худшую я более чем уверен. Ой, ё-моё. Что это было сейчас вообще? Да что ж ты будешь делать? Чё такие звуки-то ужасные? Авторских прав тут нет, я надеюсь, сейчас опять откатит внизу будет. Так, вот сейчас еще какой-нибудь плохой звук будет, да? Да, я так и думал. Надеюсь, на этой музыке авторских прав нету. Статья об авторских правах. Это даже не совсем авторских прав. ВКонтакте сейчас запрещают в России доступ на прослушивание саундтреков из игр. Ну, в разделе музыка. То есть вот саундтреки загружены в ВК из игр, не русских, разумеется, а их нельзя будет слушать. Очень печально. Но я думаю, что саундтреков из «Когда соседа» это не коснется. Потому что, во-первых, оригинальные разработчики, они уже тю-тю. Ну а THQ Nordic... даже не знаю, будет ли запрещать. Я думаю, что не будет. Да ё-моё! Так, понятно. Мне кажется, я уже знаю, какую эту... Опа, а тут ничего не поменялось, что ли? Так, если ничего не поменялось, мы проходить его не будем. Здесь ничего не изменилось. Ну, разве что звуки, естественно, как вы уже поняли, будут изменены. Ну и тут тоже ничего не поменялось. Ну, в общем, понятно. Какой, как бы нам мод оценить? Фиговенький мод. Очень.
очень фиговенький, в смысле. Говномод, одним словом. Ну что ж, у нас еще парочка модов впереди. Погнали! Дорогие друзья, еще не все знают, что на фандоме The YouTube Wiki есть статья про канал Максимадзе. И там написано все про этот канал. Как он был создан, что было до него, вся история канала, про друзей Максимадзе, ну и так далее. Ссылочка всегда в описании. Переходите, если интересует. Так, второй мод называется Кадасы-блогер 2 Андрюсом ремейк. Андрей Лебедевым был сделан. Конечно, круто, что он делает моды, но все-таки не надо их бесконечно как бот закидывать. Это на спам уже похоже становится. Ну тут отсылочки. Это максимум 07. Отсылка на меня, на Игоря Че. Зазелела. Эндрю Сэма. А вот это я не знаю, кто такие. И... А, тут написано, только вот тут. Тут не видно вообще. Нельзя будет почетче сделать, блин, ну ладно. Так, во-первых, сбросим прогресс. Не знаю, почему он здесь, я не проходил ничего тут. Утро, сосед уже проснулся, ухаживает за цветами. Время. От времени, я так понимаю, он идет читать письма. Вдруг в них что-то ложное, но я не уверен, что это правильно, что тут так, именно так написано. Короче, вот сливается текст с фоном. Это плохо очень. Блин, туда нельзя. Надеюсь, авторских прав здесь тоже нету. Блин, а что тут нельзя, что ли? А что он не заходил? Я же вроде нажимал на дверь, что он не забегал-то? Не заходит, что-то он туда странно. Микроволновку, что надо? Ничего из этого. А тут нечего класть. Так, ладно, давайте пропустим этот уровень. Что-то я не понимаю, если честно. А, блин. Ну,
кофе якобы здесь. А, нет? А, вот это на кофе. Какой пол? Велосипед. А, вот он. Да ты чё? Быстро сделать, что ли, не можешь? Так, давайте еще раз попробуем, но что-то как-то сложно очень все. Он что-то слишком быстро туда-сюда ходит. Я не успеваю сделать все. Вот, опять я не успел. Да блин, опять. Ты как успеть на кухне, это все сделать? А, нет, не то. Так, в этот раз успели. А, вот что мне дома. А, вот, все, теперь сделали. Вот куда слабительное, я не понимаю. Наверное, никуда. Да, ну все тогда. Так, описания что-то, по-моему, были уже в каком-то моде такие. Так, а тут что-то ничего, по-моему, не изменилось. А, или, не, погодите, по-моему, изменилось. Пакости поменяли местами, короче, мы из других уровней пакости подмешали, в общем. Ну, в принципе, идея на самом деле такая интересная. Куда?
Куда тапок-то, блин? Да, вообще нельзя, что ли, пойти? А, нет, можно. А, стейк. Невидимый. А да вот куда тапок засунуть. Вонючий старый тапок соседа похож на стейк. А, ну все. Очень похож на стейк. Так, ну все, можно в шкаф податься тогда. Бегает он, по-моему, быстрее, чем в оригинальной игре. В смысле, это не все еще, что ли? А, он же еще мясо будет жрать. Да, и ходит он быстрее. Подходящая анимация, да. Вкусные конфеты. Так. Так, почему здесь дырка? Хорошо, что спрятаться можно. Hey.
Лайм, что ли? Зачем он? А, блин, прячься быстрее. А, воду, наверное, надо было волосин туда. Ну ладно, в следующий раз засунем. А, вот это может. Точно. А, зеленый, раз зеленый, значит можно лайм полотенце. В смысле? Нет разве? А. Вот другое дело. А вот это куда? Взбитые сливки. Ну тут нет взбитых сливок-то. Так, все, эти предметы ни для чего не нужны больше. Немножко что-то мимо вальма. Это. Так, дальше у нас что идет? Так, ну тут, по сути, по описанию ничего не изменено, но тут давайте смотреть. Вот эти уровни. Тут наверняка что-то изменили. Да, прям видно. Понаставлено. Пульт от чего? От телека? А! Погодите, почему? А, вот. О, это пульт сработал, что ли, или что? Mm-hmm.
А, погодите, я понял, кажется, в чем дело. Используешь пульт, бежишь туда и это. Телевизор ломаешь. Насколько я понимаю. Так, уксус вот для чего нужен, я пока не понимаю. А, и кажется, и уксус я вроде бы понял, для чего нужен. Или погодите, что-то, по-моему, ничего с ним не делать. А, так просто что отвлекло, и пакость сработала, можно, видимо, так. Нет, разве? Что-то я не пойму вообще. А, может быть, тут где-то кофе у них где-то или что? А, может быть, миксер надо, уксус заложить. Точно, вот. Ну, сейчас еще две пакости сработают. А какие еще три будут? Вот это я вот не знаю. Грауновку и... Ой, это холодильник я открывал. А это что? Портрет. Ладно, давайте пропустим этот уровень, что-то тут непонятно тоже. Ну и стирка. Нифига себе. Понамешали. Всякого тут. Новый год у соседа, ничего себе. А, так он не закрыт все-таки. Бред полный, говорите. Может быть, тогда вот это? Нет. Клей? Ну вот тогда, очевидно, сюда. А, цветы. А, ну и куда мне теперь деться? Спрятаться вообще можно было или нет? А, да, можно было. Ну ладно, еще раз попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok.
Больше пакостей тут не с чем. Как раз эти цветы, это, по-моему, бутылки с пивом. Блин, деваться-то некуда. Придется, видимо, ждать и долго, пока он опять будет сначала помоется, потом опять включит воду. Погодите, о чем вы высматриваете? Тьфу ты, ну эту картину же не видно. А, у нас появился шанс, кстати, испортить ванну. Может, туда вино надо? А, да, надо бутылку вина закинуть. Понятно. Так, вот я не понял, мы с партнером что-то делали или нет. Ну, разберемся сейчас. А, ничего себе. А, это он не моется, он стирает там вещи. Вот оно в чем дело. Осталось две пакости, вот одна из них это вот эта, а вот вторая не знаю какая. А этого еще и не хватает, чтобы уровень закончить. А, погодите, пиво. Пиво, может таблетки туда надо? Так, попробовать надо сейчас. Сейчас попробуем. Таблетки туда. Я других вариантов просто не вижу. Точно. Так, ну все. Прошли наконец-то. Так, ну здесь, я так понимаю, ничего не изменилось. Ну да, естественно. Фух, ну что ж, мод неплохой достаточно. Давайте поставим плюсик, но все-таки над ним бы еще поработать. Не доделать полно. Да, вообще там еще один мод от этого же автора есть, я его тоже планировал сегодня снять, но этот мод был слишком долгий, поэтому как-нибудь в следующем выпуске. А на сегодня все, с вас лайк, подписывайтесь, с меня вечный видос, подписывайтесь на стримский канал, поддерживаю ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзене, и всем пока.